Конкурс грантов для ТОС стартовал в Приморье. Идет прием документов. Он продлится до 26 июня. Как уточнили в региональном департаменте внутренней политики, в текущем году на конкурс принимаются проекты от ТОС и инициативных групп граждан, направленные на решение вопросов местного значения. Предельный размер гранта составляет 1,5 миллиона рублей. В этом году, как сказал губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка на форуме гражданских активистов, что все проекты, которые будут в этом году реализованы, должны быть направлены на благоустройство и развитие своих территорий. И у нас в постановлении 170 ПА есть четкие формулировки о направлениях проектов, которые инициируются жителями Приморского края, в первую очередь объединенные в территориальное общественное самоуправление. Это проекты, направленные на благоустройство придомовой территории, приобретение и установка детских и спортивных площадок, уличных тренажеров, спортивного инвентаря, хоккейных спортивных коробок, горок, столбов, фонарей для освещения улиц, колодцев, скважин, памятных знаков и мемориальных досок. Можно также устанавливать сцены на придомовых территориях, которые тоже очень достаточно востребованы среди населения. Дорожки, малые архитектурные формы, громкоговорители, видеонаблюдение. Все то, что нужно конкретно вашему двору, конкретно вашей территории. Все, кто хочет объединиться в ТОС и подать свой проект на получение гранта, могут обратиться в открытый по поручению губернатора Олега Кожемяка Центр гражданских инициатив. Документы на конкурс можно предоставить в Краевой департамент внутренней политики. Напомним, на прошедшем в конце мая первом форуме общественников края по вопросам благоустройства и территориального самоуправления «Живем в Приморье и решаем вместе» глава региона заявил, что финансирование ТОСов будет увеличено в 2 раза.